Я считаю, что само по себе нашествие западных продуктов, особенно продуктов питания сюда, на российский рынок, оно само по себе было не совсем правильным изначально. Если 20 лет вся страна ела Макдональдс и пухла от этого, пила Кока-Колу и травилась от этого, и этого не замечал ни Потребнадзор, ни главный врач, этот, как Ванищенко, главный эпидемиолог страны и все остальные, то сейчас это явно имеет политический оттенок. И еще раз хочу сказать, так же, как вот в плане с Юрмалой, в контексте с Юрмалой, не нужно переносить политические решения политических вопросов на культуру, торговлю, питание. Если эти продукты действительно плохого качества, то их давно надо запретить. Если они вредны гражданам, особенно детям, их вообще не надо даже сюда завозить. И не нужно ждать момента, когда начнется какие-то политические события для этого.